На 2023 год администрацией муниципалитета составлен план работы с представителями СНТ и старостами деревень. Для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет, налогообложение, обеспечение мер пожарной безопасности. Несколько встреч уже прошли. Последняя состоялась в офисе территориального отдела Расторгуева. Это уже второй цикл собраний. Всего же в каждом территориальном отделе в течение года запланировано по 4 подобных встречи. Законодательство не стоит на месте, меняется в различных жизненных аспектах, которые непосредственно отражаются, ну, скажем так, на каждом из нас. Вот, соответственно, как бы вот эту информационную составляющую мы доводим и отвечаем на какие-то вопросы за тем, чтобы в режиме диалога уже дальше, вы как у нас старшие, разговаривали дальше с жителями. Чтобы предоставить дачникам и жителям деревень максимум информации, на собраниях присутствует заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений Андрей Гузов и руководитель Ленинского отделения БТИ Сергей Сергеев. Они рассказали о новом в законодательстве в своей сфере, разъяснили нюансы. Земельный участок и объект капитального строительства, расположенный на нем, это две неотъемлемые вещи, которые взаимосвязаны между собой единственной судьбой земельного участка. И в целом любые те действия, которые вы будете производить, будь то с вашим земельным участком или с объектом капитального строительства, они должны происходить вместе. На многие вопросы ответил советник главы Ленинского округа Александр Усков. Он также затронул тему мусорной реформы, в частности перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов во время отсутствия жильцов. А также напомнил о правилах противопожарной безопасности. В апреле будет проведен итоговый семинар, на котором обсудят ряд вопросов, определенных на данных встречах. Небольшим отступлением от основной темы стало награждение благодарственными письмами от Ленинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» двух учениц 5-й школы за активное участие в сборе гуманитарной помощи и в акции «Письма солдатам». Мы вас поздравляем, желаем вам здоровья, хорошей учебы, благополучия, быть по-боевому настроенным, больше улыбаться и хорошо учиться. Спасибо большое.